В политическом мероприятии страны участвуют все слои населения, обладающие правом выбора. Действующие сотрудники разных предприятий, госучреждений, студенты и ветераны. Важен каждый голос. Люди пришли на избирательные участки, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию и отдать голос за своего кандидата. Жениспе Султанов – ветеран внутренних дел. Даже выйдя на пенсию, он ведет активную жизнь, принимая участие в общественных и политических мероприятиях в стране. Сегодня он одним из первых пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее страны. Я думаю, что у нашего Казахстана есть все возможности. Уверен, что избранные для этой страны депутаты будут верно служить народу и решать социальные и экономические проблемы в обществе, как и обещали. Желаю всем успехов, пусть наша страна процветает. Казахстанцы делают выбор за стабильность нашей страны, за спокойствие, развитие и благополучие каждого человека, говорит жительница Шымкента Гулисхан Нахбаева. На выборы она пришла со всей семьей, чтобы выполнить свой гражданский долг и воспользоваться выборным правом. Сегодня особенный день для меня, для моей семьи. Сегодня день выборов. И каждый казахстанец должен ответственно подходить к выборам и сделать свой выбор. Каждый гражданин должен внести свой вклад в развитие Казахстана. Ведь будущее страны в наших руках. В период мировой нестабильности, когда наша страна противостоит глобальным вызовам, каждый казахстанец своей активной гражданской позиции должен внести свой вклад в укрепление независимости, стабильности и устойчивого развития нашей страны, говорят шымкентцы. Маржан Журабаева, Динар Мусаева, Ербол Махашев, новости.